Привет, дорогие друзья, с вами Булкин и... Кристи, всем привет! И мы играем в самчик на серваке Diamond Sapphire. Diamond Sapphire, короче. Да нафига этот русификатор нужен? Итак, друзья, ну, в общем-то, как я и обещал, вы знаете, что ну где-то недельку назад вышло обновление, связанное с автошколой, которое мы так с вами еще не заценили. Хочу сейчас, предлагаю вам съездить, наконец, посмотреть. Как раз Кристин тоже не ездил, еще не смотрел. Первое, что меня удивляет, вот как раз у нас сейчас машина требует ремонта, видите, чтобы ее восстановить, нужно прописать Aircar и заплатить 2000. Собственно, вот мы сейчас отремонтировали, сейчас должна машина появиться. Ты где? Садись. Я тут. Иди сюда. А на своей нельзя? Лучше же нет. Давай на одной. Кидай свою вонючку. Где твоя тачка? Тут стоит. Где? Ну здесь, быстрей. Ну так открой гараж, я заеду, а ты выйдешь. В чем проблема? Так ты хочешь ее туда поставить? Так давай. Гараж открыт. Ну и что? Сейчас. Ладно. Надо. Ну, уже поздно. Сейчас придется чувака выкидывать. Ты где? Я на улице, Саша. Сейчас. Так просто надо было сразу сесть. Так а в чем проблема? Лок. Готово? Села? Села, да. Так, у меня сам заглушил скайп. Друзья, нужно сейчас секунду. Так, ну что, я предлагаю, давайте сначала, ну, чиниться нам не надо, надо заправиться. Так, а у нас та заправка заработала на выезде или нет? Да работа, она же давно заработала уже. А, кстати, что с моей заправкой? Давайте посмотрим. Физик. Посмотреть доходы за 10. Что там? 37. Ну вот, в единственный день, когда я по ходу серии записал и сказал, что у меня есть заправка, мало ли кто не знал, 105 тысяч тогда было. Так, друзья, кстати, да, у меня есть заправка, если кто не знает, литры, вот сейчас она работает, находится она около ЛВПД, мы до нее доедем, я думаю, после того, как посмотрим автошколу, как раз заценим, что там творится. Фига, что за разборки тут. Ой-ой-ой, что по встречке? Это опасное было. Я перформанс не выключил, я опасный чувак, поэтому я думаю, что мы справимся с тобой с управлением. Открыто. Ой. 35 за литр, а у тебя сколько стоит? Сейчас посмотрим. Да здесь-то можно любую цену ставить, здесь оно все заправляются, по-моему, несмотря на этот. Ну да, да, есть такое. Так, филинг. Сейчас посмотрим, сколько у меня стоит. Информация. Подожди, не тут. Сейчас, филинг. Цены. У меня 25. Так что, друзья, видите, какая экономия? Можно доехать до ЛВПД и заправиться на 10 баксов дешевле за литр. Да бомжи би... Ой, это бандиты. В масках причем. Сейчас начнут стрелять еще. Сейчас он начнет стрелять, и ты вылетишь отсюда. Какого года этот прикол? 14-го? Я не знаю. Где-то так. Наверное. Кстати, когда дом будем новый покупать? Вот, кстати, уже надо задуматься об этом. Да, но ребят, это сложно будет. Мы, видите, недвижимость на недвижимость. Не, на самом деле прикольные дома там. Их можно где? Даже, ну, где мы живем. Да, да, да. Вот просто... там-то дело, то, что класс. Найти надо новый. А, тут такая тема. Короче, наши зрители, представляешь, недовольны, знаешь, чем? Чем? Оказывается, не хватает домов для новых игроков. Надо как-то достучаться. Серьезно? До админов, да. Поэтому, друзья, пишите в комментарии, может быть, админчики обратят внимание, если вам не хватает домов, потому что многие говорят, я прихожу на Сапфир, а дом не что могу купить. Что за фигня? Да все нормально. То есть этого не видел, как он боком валил, да? Чувака повалило на бок. Короче, многие, да, приходят, не хватает домов, многие хотят на тачках кататься, они тупо не могут, потому что дома не найти им никакого. Так что, админчики, услышьте и добавьте домики. Либо возможность может иметь... Да. Ай, только не в огонь. Машина. Тачку просто без дома. Ну так даже лучше было бы, потому что не ну, каждый это, ну, же... немножко сложно, наверное, ну, хотя, ну не ну, знаю. Да. Так, давай, наверное, сначала заедем... починить. Без, у тебя вообще тачка уже да, нет. Да вообще, да, она бешеная. О, может не новый... О! Я, может, сегодня новый себе хотел или в следующей серии купить. Интерьер хочу. Ой! Да! ДТП. ДТП. Что тут моргает? Кстати. Кажется, сейчас разборки будут. Не надо. Я спрятался. А что не работает? А, вот. Ты не вылетел? Главное, чтобы меня не кикнуло, да. Цвета. Цвет машины. Я хочу сегодня, чтобы моя машина была черной. Неплохо, да? Меня кикнуло. Отлично. Неплохо. Да, друзья, знаете, вот на самом деле, вот, ну, сам, да, такая непредвиденная штучка, причем непонятно, почему обычно кикает пассажиров, знаешь же, да? Да. Ну, в смысле, я имею в виду, тоже заметил, что обычно не водилу, а с кем-то там за рулем, ну, в смысле, за пассажиром. Короче, я хуйню несу, ладно. Короче, это, я тут придумал еще давно сравнение, вот знаете, это как открывать кейс в CSGO. Это сравнится... Нормальный вот, чувак под колеса бросился? Тебе тоже понравилось? Самоубийца. Суицидник.
этот, во все можно брать, в пример, шаверму. Ну или шаурму, наверное, многие больше шаурма известны, чем шаверма, но... А, что? Ты видел это? Да, он просто ед, да? Он стоит, руки вверх поднял. Бедный человек. А, дело в том, что когда ты покупаешь шаверму, ну или шаурму, особенно где-то в таком ларьке, и ешь ее, ты не знаешь, это своеобразная лотерея, отравишься ты или нет. Вот. И то же самое кейс, когда открываешь, не знаешь, выпадет тебе какое-нибудь, ну, херовое оружие, либо... Чего творится? Почему все в масках бегают? Выпадет хреновое оружие, либо ножик сразу, и тут то же самое. Ты заезжаешь в мастерскую и... Спасибо. Вот если бы не он, наверное, мы бы сейчас словили крышу. И то же самое, не знаешь, ты вылетишь или не вылетишь. Что за обгоны здесь царские? Какая-то жесть творится вообще, да, полностью. Что-то. Сколько онлайн сейчас? 933, друзья. 933 человека в онлайн. С учетом того, что сейчас ночь. Ну как? А сейчас сколько уже? Много. А, уже ночь. А, нихуя! Оп! Мне понравилось, как мне перформанс еще заработал от момента. Чувака этого крутого мажора. Зачем сбил? Пойдемте поговорим, пойдемте. Надеюсь, моя машина не спиздит за это время. Так, значит, у нас... Мы заглядывали уже с ребятами в какой-то серии прошлой. И, в общем-то, увидели, что здесь изменили, естественно, интерьер. Ну, давай площадка. Угу. Блин, ну, оружие дома оставил. А, посмотри, иди сюда на площадку, выйди. Смотри, у тебя вот здесь написано «У». Да. Ребят, это у меня хуёвый шрифт скачанный какой-то. У меня, короче, ну, ладно, неважно. Чё там? Да так, по мелочи. Вон, видишь, интересно заново на права сдать. Может, это? Попросить кого-нибудь лишить нас и... Тут, видишь, теперь как площадку надо сдавать. Так, по-моему, как-то так было, нет? Было по городу, по-моему. А теперь, видимо, может быть и то, вот это, к сожалению, я не знаю, но можно... Блин, ребят, вообще... кто недавно получил права, напишите в комментариях. Счастливчики. Это Эрнесто опять рисовал, интересно, все? Я не знаю. Наверное, да. Пойдем внутрь. Пойдем внутрь. Внутрь, внутрь, снова изучим. Подойдем к консультанту, спросим, а можно застраховать машину? Ты будешь страховать свою? А-а-а. Зарплата 700 тысяч. Ребят, спасибо, что указываете на... Как мы давно это не говорили, кстати. Кстати, наши, да. Наши ники при регистрации. Отдел автострахования. О! Я на лифте поднялся. Так, и где? Как страховаться? Конечно. Ну, наверное, у чувака. О, подожди. Во, лучшие сотрудники автострахования. Чувак упал, открыл дверь и упал. Это как вообще, простите? Во, информация о страховке. Мне страшно представить. Ничего, такие ценники, да? Ни хрена себе. Бесплатный Мне ремонт. Кажется... Подожди, а не проще машину за 2000 чинить? Тогда вот. Ребят, то напишитесь. Напишитесь. Напишите комментарий. Вы страховали свою тачку? Так, кто-то руку пытается пожать мне. Я уже не могу почему-то пожать ее. А, просто я не знаю, инферно страховать. Ну, 2000. Нет, если бы ремонт стоил, допустим, хотя бы 10, тогда можно было бы задуматься. Но да, он стоит 2, и я довольно-таки аккуратный водитель. Нет, а может прикол застраховать? Я бы хотел... Давай просто посмотрим, как это будет. Я бы хотел застраховаться. Кто-то дверь открывает, закрывает. Смотри, магия. Магия, смотри. Где? Кто-то дверь открывает, закрывает. Меня тут закрыли. Она только что открывалась, закрывалась просто. Она это... Потому что только автошкольники могут. Так, а их тут нет, в том-то и дело. Вот же, двое. Где? Ходят. Это же автошкольники. А, вот вижу. Автошкольники. Пусть откроют. Звучит классно, да? Как я тебя ударилась. Не ко мне немного. Здесь нет страховщиков. Я тебя опять ударила. Меня пустят? Я не знаю. Надо как-то... Походу нет. Подожди, стоп, а там живой чувак стоит с цветами? О! Да. Выбегай! Нет страховщиков. Как так-то? Лучшие сотрудники автошколы. Каталина Камилери. Фига, 271 принято у него. Офигеть, да? У нее экзамен. Пол сервака. Блин. Я бы хотел купить лицензию на оружие. Чувак, подошел. На оружие? Да. Так, ну, короче, понятно. В общем-то, страховщиков нет, да и, в принципе, смысла нет страховать. Но, на самом деле, фишка прикольная. Али. Так, а что тут еще есть? Еще какое-то здание, смотри. Очередь на экзамен. Ух ты, ебать. Ух ты. Че, бомжи сдают, что ли? Фига, выберите, ну, допустим, наземный транспорт. У вас уже есть права, спасибо. Лицензия на оружие стоит 30 тысяч. А это что?
Не знаю. Здесь есть страховщики. Ты знаешь, хочешь застраховать все-таки? Да я хочу, да, попробовать просто ради прикола, как это вообще прикольно или нет. Ты сейчас пропал. Я вообще ничего не слышал. Ты меня тоже лаганула почему-то. Лаганула? Да. А страховщики, они в красненьком ходят. Ты думаешь? Ну, наверное, нет. Я просто не знаю, на самом деле. Страховка завтра. Сегодня нет страховщиков, простите. Страховка завтра, нет страховщиков. Слушай, знаешь что? Ну, поехали. В общем-то, прикольно, на самом деле, интерьер. И сама система, я так понимаю, тоже прикольна. Но не знаю, есть ли смысл страховать Инферно за такую сумму. Да, ты беги пока к машине. Что-то все за мной побежали. Да я уж понял. Как нам сейчас сесть, чтобы нас не угнали? Готово как-нибудь? Давай я... беги! Отъесть, да, на дорогу. Куда ты побежишь? На дорогу. Справа сразу. Не, давай слева. О, сейчас жесть будет. Ребят, кажется, у меня угонят машину. Уже. Угнали? Ну, пытаются. Сейчас. Ребят, ну зачем? Вот я не понимаю, серьезно. Вы же знаете прекрасно, что серию записываем. Так, ладно. О, даже никто не сел. Как я так отъехал? Готово? Да. Давай. Начинится срочно. Села. Села? Отлично. Погнали, бомжики. Пацаны, кто на тачках за нами, догоняйте, а? Бомжики, говорю. Блять, как? Это как? Это как? 53 хп, что за хуетень? О май гад. Как вообще сейчас произошло? Я ничего не поняла, мы спокойно ехали и машины. У него 4 места. 4 места? Мне так нравится, когда дверь открывается. Назад давай. И она закрыта. Да-да. Так, Эркар. У тебя тоже каврик? Да-да, до аренды авто. Слушай, да, чувак, прикольный. Это знаешь что? Чё-чё? Эль Кабрио. Да-да, я тоже напомнил. Ты реально. Может, такую купим с тобой? Что? Может, такую? Кинь ему тоже 5000. Так, что ты хотел сделать? Что за хрень? Чё? Что, у меня, что, короче, он сидит просто без головы и без ника. Я не знаю, кто это. Просто, короче... Что? Он что? Бомжа насмерть сбил. Проехал по нему, даже кости слышал, как хрустнули. Ух, ебать! Кристин, зажжем по не по-детски! Ну, ты посмотри, какая лялечка. Чувак... Ох, ебать, Slam One. Я хочу себе такую машину. Села? Угу. Села, Саша. Села. Сильно расстроился, бедненький. У нас нету места. Блин, я бы сюда... Пусть каврик сядет. Я бы сюда гидрач ебанул. И сейчас бы устроил здесь автопати. Да, неплохо. Ух, ебать звучок-то, а? Гелик 63-й отдыхает, ты послушай. Мне тоже, кстати, нравится. Да я слышал, да. Ну-ка, Кристин, у тебя хорошо получается. Мне нравится, когда Кристин... Не, прям вот когда ускоряешься. Давай, давай. Нет. Издеваешься над Кристин. Ребят, ну просто, вообще. Только ради звука. Да все? Ну, вообще 85, но это потому, что мод здесь читерский. Чувак на мотике стоит нормально. Ой, а зачем? Просто Буллит устроил аварию только что. Мы сейчас доедем до заправки. А дальше? Посмотрим, как там обстоятельства, теля. Чё обстоятельства? Этого чувака, кстати, никто, по-моему, не взял, прикинь. Да нет, он, по-моему, с кем-то едет. Или... Саша, у тебя лобовое стекло как, небольшое? Кстати, подожди, реально. Стоп, что за хуйня? Что такое маленькое-то, блядь? Я просто представил, реально. Это, короче, только для глаз, понял? Так реально, это как очки даже хуже. Пиздец. Я бы охуел на такой машине ездить. Обзорность просто великая. А сзади... Ну что, когда гелик купишь? Ну да, можно будет развлечься. Друзья, знаете что? Тут такое дело, в общем-то... Короче... Что происходит, Саша? Велосипеди... сбили нас. Катер стоит на дороге сам. Нормально. Дело какое, знаешь? А? Что? Он сейчас, наверное, офигел. Мимо него все проехали. Машина едет 110, кстати, неплохо. Только сейчас дошло. 110 это нормальная тема. Там бомжи голосуют, бедненький. Подожди. Ой, не очень удачно развернулся. Это реально голосует? Маленький, я где Ольга его? Он ищет какую-нибудь анимацию, похоже. А у нас места нет. Смотри, сейчас сядет, нет кому-то. Всё. Нет, что? Ты тоже это видишь? Да.
А, друзья, короче, происшествие произошло очень интересное. В общем-то, пропала банда, так называемых Лукасов. Вот, к сожалению, под Сампом, вот обычно банда Лукасов тусовалась, вот в последнее время она очень сильно куда-то исчезает, как бы, обычно там, ну, 1007 Лукасов присутствовало, сейчас всего 3000. Пожалуйста, сориентируйте Лукасов, чтобы сориентировать Лукасов, нужно нажать пальчик вверх. Ты сейчас дико залагал, я ничего не слышал. Дико. Жуть, Санёк, жуть. Ох. Оп! Оп! И сейчас кто-то ударит тебя? Не-не-не. Сейчас на колёс. Это было запла... Почти, пацаны, давайте. Почти. Ох! Помогаю. Ох, красавцы! Ох, красавцы! Просто. Вот это я понимаю командная работа. Мне нравится то, что чувак спиздил машину автошколы и... Да-да-да, и катается в... Ищу девушку для серьезных отношений, о себе. Стоп, пристречь. Можно перебью? Че? Почему такое этот большие колеса у крузака? У тебя тоже такие были раньше? Я не посмотрел. А, у меня же чистый сам, без крузака. А, да? Да. Печаль. А че? Слушай. Идем арбузы кушать. Идем. Давай, че дом же? Эконом-класса в спокойном районе. Так Дучать? Это, объявление, как тебе? Слушай, может какой-нибудь... А как на плакат объявление заказать, друзья, кто знает? Я напишу какое-нибудь неприличное слово «хуй» в Лос-Антосе, и все Через будут... рекламу, наверное, как-то нет? Просто это было бы эпично. Едешь такое, а там хуец. Мне кажется, такое нельзя. Жалко. Вон, что написано? Большие пельмени... А, что? Больница... Сан-Фьера. Подожди, больница не спит, Винс Мунис спасет. Это звучит, как будто религиозный клуб какой-то. Ладно. Так, это моя заправка, друзья. А? Тут все. Там церковь была. Где? Церковь Вон Сан-Фьера. Церковь Сан-Фьера есть. Можно вот церковь тоже. Подожди, ее же не было. А, спереди? Я просто не могу посмотреть. Ну там маленькая церквушка. А ты большую церковь видела здесь? Нет. Привет, Руслану из Мариуполя. Тут есть большая церковь. Там, где мы женились, ты чё? А это маленькая. Давай разведемся, чтобы заново пожениться. Разведемся? Да. Ха! Наебал копов! Старое место работы. А ты еще работаешь тут? Да. Ой. Спалюнькался. Стой! Ты думаешь, он поймет, что ты... Конечно. Я сотрудник. Студент. Покажи ему значок. Что за хрень? Покажи ему значок. Покажи ему этот. Разборки. Короче, вот так вот делаешь. А, ты же можешь. Да. Что? Мне 4 звезды дали? А мне-то за что? Это уже нечестно, друзья. Вы согласны, что это нон-РП коп? Как, за что? Мне-то... А, подожди, проникновение, то ладно еще. Так мне ж, так ты же сказал, что я с тобой. Странный чувак. Покажи ему, короче, этот, и все. Да сейчас... не могу шлагбаум открыть. О. Какой-то глупый коп. Уезжай. Ну, сейчас меня еще стрельнет, да? Понятно? Разборки, друзья, просто. Ладно, на этом будем заканчивать. В общем-то, не знаю, для чего, но как будто ему было мало того, что ты сел в копскую машину и отъехал на ней, и открыл шлагбаум. А так все нормально. Друзья, в общем-то, соблюдайте РП, подписывайтесь на канал, тут впервые, ставьте лайк, если вам понравилась серия, вот. И... Тюрьма офигенная, хоть серию записывай. Тюрьма? Да, вообще кайф. Ты был в тюрьме? Смотря в какой. А что, ее обновили? Приговор, встать, суд идет. А, ну там такая фишка даже есть, да. Я, по-моему, один раз записывал даже. Реально? Да, ты сейчас в Алькатрас, по-моему, туда попадешь. Ладно, друзья, все, до новых встреч, пока-пока. Пока.